Когда уходит вор из дома, он выжигает все дотла. Не ценит он чужого крова, в огонь кидает, не щадя. Когда уходит вор из леса, он рубит в щепки все стволы. Ему не жаль растения, не он деревья посадил. Ох, если б каждый чуть трудился, вложил и времени, и сил, то он сейчас бы так не бился в огонь действий воровских. Но мир смолчит, никто не скажет, что вор на деле был вором. А ведь сейчас и не докажешь, что 30 лет мой дом его. Когда квартиру покидает владелец, живший в тех стенах, он ключ от дома забирает. Ни зеркала, ни стол, ни шкаф не отдирает плитку в кухне и не выносит унитаз, не тащит ведрами посуду вдобавок миру на показ. Хозяин знает, что вернется, что это дом его и сад. Зачем губить свое родное, во что вложил и труд, и час? Лишь вор способен опуститься до уровня преступных дел. Хозяин скоро возвратится и воплотит свой новодел. Пусть вышесказанное будет уроком в долгие века. Хозяин знает, что прибудет, а вор бежит, спалив дотла.